решался на операцию по пересадке волос, вот, выбрал клинику ЯМАКС. Пока все хорошо, вот это только начало, дальше будет больше. Всем привет! Спешу с вами поделиться радостной новостью. Прилетел я в Стамбул. Как вы думаете, для чего? Видите, для пересадки волос. Долго выбирал клинику, но остановился на той, которая ведет пациента от начала и до конца. То есть, что я хочу сказать, это один доктор, он делает все этапы. Это немаловажно, так как когда один что-то начал, а второй заканчивает, непонятно, кто испортил и с кого спрашивать. То есть хотел обратить внимание именно на этот момент. Дальше, вы посмотрите, сколько мне пересадили графтов. Это просто какие-то, я не знаю, волшебники. Хотя сказали, конечно же, все зависит от донорской зоны, но также все зависит и от рук мастера. А мастер тут знатный. Зовут его Тукан. Также хотел бы огромное спасибо сказать менеджеру этой клиники Максиму за то, что он был со мной с начала и до конца. Очень приятный, позитивный человек. Встретили отлично. Всегда что-то спрашивал, что нужно, переводил. Иногда шутил, знаете, в такой момент, когда операция такая морально тяжелая. Болевых ощущений здесь много не было, но морально тяжело. Он всегда тут то пошутит, подбодрит. То есть все проходит очень уютно и такой доброй медицинской обстановке, если так можно сказать. Поэтому рекомендую вам, если вы еще думаете, ищете варианты, где вам можно поправить свою прическу, обратите внимание именно на эту клинику ЯМАКС. Я думаю, что вы найдете там много хороших, полезных и советов, также много фото, видеоотчетов о проделанной работе. Ну, а также, я думаю, там не будет плохих отзывов. Это не потому, что там все только хорошие записывают, а плохие выбрасывают. Нет, потому что это так и есть. Здесь на самом деле творят чудеса. Спасибо клинике ЯМАКС. Так что... До встречи, друзья!